Соня семей, и сейчас мы будем продолжать строить свой огород. И мы начинаем. О, какой закат. Я, короче, все для этого подготовил. Здесь бесконечный источник воды сделал. И сейчас мы зальем везде в эти дырки воду. Хорошо, а теперь закроем вот эту. Немного тут покопаемся. Курица у меня уже яйцо снесла. Так, 4 и 8. Где курица? О, все, пошло. А я пошел пока что поспать. Кстати, если вы заметите, что у меня новый скин, если что, я его сам сделал. Оцените от 1 до 10 в комментариях. Так, давайте лучше собираться в путь. Так, для пути я все собрал, и давайте пойдемте уже. А что мы будем искать? Мы будем искать деревню. Ну, деревня никому не помешает. Мне даже не помешает. Так, стоп. Лама. Странно, почему тут лама? Это очень странно. Окей, тогда поехали. У меня уже еда пропала. Так, все, перепрыгнули. И давайте продолжать свой путь. Странно, что я до сих пор не нашел деревню. Хотя ко мне один житель приходил вроде бы. Чё? А, это земля. Да, это земля. Зря я только посмотрел. Ну и ладно. Давайте поехали. Быстрее. Все быстрее и быстрее. Тут поля да полятней. Странно. А где деревня тогда? Может, под моим домом? Если бы они были под моим домом, то я бы их заметил, когда бы копал. А так нету. Так нету. О, тростник. Мне это пригодится. Собака. Окей. Нужно потом собрать косточки и приручить эту собаку. Пойду. Так, я что-то не понял, где моя деревня? Алло, может, она в другой стороне была? Или что? Ну, я могу практически перепрыгнуть. Да, все, перепрыгнули и идемте дальше. А где моя деревня? Алло! Походу, в прошлом видео я находил одну заброшенную деревню. И там были для меня штаны и ботинки. Что? Что? Так, я пошел туда. Просто хочу проверить, что это такое. Почему она полностью квадратная? Ну, ладно, понятно. Это пещера. А у пещеры есть уголь. Так что я пошел туда. Не надо меня отговаривать. Ладно, роем. О, все. О, круто. Круто. Как раз у меня есть факелы. Ёпарасете. Хорошо, что у меня есть 3. Сейчас. Нет! Где ты? Да ты гадина! Короче, как вы понимаете, я вот дошел до этого места и под этим квадратным пещером я сделал себе дом. И вот мы тут.
Что нам делать приходится? Я уже себе сделал сундук и верстачок, который пока что мне понадобится. Пока что сделаю себе такой повыше поверхность, а то как-то тесновато тут. Все хорошо. Дверь себе сделал, чтобы никакие враги ко мне не вошли. А кровать до сих пор не сделана. Вот это самое печальное, что я видел. Зато у нас тростник есть. Блин. Вот так. А пока я жду дня, я прошу тебя, чтобы ты подписался на меня, потому что меня смотрит 53% без подписки. Так что подпишись два, а то обижусь. Так, день уже там настал. Теперь нужно выходить и продолжать наш путь. И зачем я сюда ходил? И все. Ладно, можно выдвигаться домой. Мне достаточно уже приключений. Так что я сейчас дойду до дома. Будем там уже прощаться. Так. Вот я и пришел, но поспать я не могу, так что ночь тут. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ставьте колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. А также не забывайте вступать в группу ВК. Ссылка под видео. Ну, раз я оканчиваю это видео, так что чао, бомбино.